22 апреля сеть кинотеатров «Монитор» и «Strange Film Studio» представили краснодарской публике международный документальный проект «Один день на Земле». Картина создана на основе видеоматериалов со всех уголков планеты, запечатленных в течение суток каждым желающим на любую доступную аппаратуру. Посмотреть фильм мог любой желающий. «Один день на Земле» – это проект, призванный создать своеобразную капсулу времени, в которую можно поместить послание потомкам посредством видеонаблюдения за рождением ребенка, свадьбой, загрязнением планеты и прочими важными моментами многообразной жизни. После просмотра фильма зрители высказали свое мнение. Мне фильм очень понравился, потому что, вы знаете, никогда не было бы, наверное, такой возможности, чтобы за 2 часа посмотреть на то, что происходит в целом мире в это время. Вот. Дело в том, что вот мы ведем такой как бы маятниковый образ жизни, работа, дом, трамвай, общественный транспорт, и все время взгляд как бы направлен вот так. А благодаря этому фильму получается, что происходит раскрытие, и мы гораздо больше много нового узнаем. Конечно, очень бы хотелось, чтобы это дошло полностью до тех людей, которые пришли посмотреть. Ну, побольше таких проектов, поэтому спасибо вам большое. О фильме думаю, что идея в принципе хорошая. То есть мне понравилось. Единственное, что мне кажется, что довольно-таки долго. То есть 2 часа, ну, в какой-то момент не то, что начинаешь засыпать, а как бы ты начинаешь путаться во всех этих картинках, вот, во всех этих вот прыжках там из одной темы в другую тему, из одной жизни человека в другую жизнь человека. И, ну, как мне кажется, надо сократить. В заключение мы предоставили слово координатору проекта Алексею Двоеглазову. В проекте мог принять участие любой житель планеты. Папуа, Новая Гвинея, Антарктида, даже пингвину, если к нему в голове было привязать камеру, он тоже вполне бы сошел за участника этого проекта. Поэтому у краснодарцев всегда есть возможность взять в руки хотя бы мобильник и снять то, что им интересует. Этот проект, он не одноразовый, более того, уже состоялась фиксация во второй раз 11-го. Еще как минимум 3 проекта будет. И будет 5 фильмов в общей сложности.